Всем привет! С вами салон спортивных тренажеров. Меня зовут Вероника, и в сегодняшнем видео мы расскажем вам про вертикальный велотренажер от компании Sportop B600. Данная модель является весьма компактной и мобильной, имеет современный дизайн, небольшие габаритные размеры, отлично подходит для небольших помещений, а также имеет одно из наилучших соотношений цены-качества в своем сегменте. В данной модели предусмотрена вертикальная регулировка сиденья, что позволяет на нем заниматься пользователем разного роста. А также имеется регулировка руля от себя к себе, благодаря чему вы можете комфортно разместиться во время тренировки. Данный велотренажер оснащен магнитной системой нагрузки, включающей в себя 8 уровней. Подобрать подходящий для себя уровень вы сможете посредством переключения ролика. LCD-экран отображает стандартные показания по тренировке. Это скорость, время, дистанция, калории и пульс. Также консоль не требует подключения к сети, работает от батареек. Несмотря на то, что вес маховика в данном тренажере небольшой, всего 6 кг, он отлично справляется со своей основной задачей, обеспечивает плавный ход и бесшумное вращение педали. Благодаря небольшим габаритам и небольшому весу, всего 22 кг, вы можете с легкостью перемещать данную модель при помощи транспортировочных колесиков в любое удобное для хранения либо тренировки место.